Торжественное открытие турнира по весьма праздничному поводу. 16 ноября проходит Всероссийский день самбо. Единоборство отечественного производства отметило 76-й день рождения. Эта комплексная система самозащиты появилась в СССР, а после стала популярна во всем мире. Самбо владеет президент Владимир Путин, самбо прославляет Федор Емельяненко, а помогает хранить традиции самый титулованный советский самбист Амич Александр Пушница. У нас очень сильная традиция в Омской области, в его городе Омске. Достаточно сказать, что на первом чемпионате Европы, который проходил в 1972 году в городе Риге, наш представитель города Советского Союза, города Омска, Саша Хош, стал чемпионом Европы. Популярность самбо впечатляет. Соревнования в честь праздника объединили более 10 тысяч бойцов по всей стране. В Омске в этот день прошли областные чемпионаты первенства, где спортсмены боролись за медали в 10 весовых категориях. У нас разделены сегодня участники это на юниоры и на взрослых. Вот, сегодня у нас борются юниоры. Ожидается где-то порядка, наверное, 50 участников. У нас каждый поединок, он как последний, да? Но ввиду сегодняшнего праздника, я думаю, все ребята будут настроены на красивую борьбу. Надеюсь, что мы это увидим. Броски соперника на спину, проходы в ноги, болевые приемы и даже досрочные победы. Все это было на областных соревнованиях. Бойцы во всех весовых категориях старались просто так не отдавать очки. И уж тем более победу на ковре. Бывают соперники разные, бывает сразу понятна борьба соперника, его стиль. А бывает нужно где-то минуту-полторы с ним потолкаться, подвигаться, за захват побороться. И тогда уже становится понятно, что у тебя может пройти, что у тебя может не пройти с ним наоборот. Самбо занимаю только второй год, вот как поступил в медицинскую академию, а так у себя вольной борьбой занимался. Ну, дает много, дает уверенность в себе, характер. Силу, наверное, физическую еще, красоту. Итоги спортивных состязаний помогут сформировать сборную команду Омской области по самбо для участия в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа.